Руководителю центра «Ратмир» Максиму Пронину вручили грамоту губернатора за первое место по итогам ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан к службе в вооруженных силах и организации призыва. В этом году юнармейцы, помимо начальной военной подготовки, будут заниматься уборкой, в том числе возле монументов. Традиционная акция «Десант славы» будет проходить в расширенном формате. Кроме того, один из обучающих форумов будет посвящен патриотической теме. В нем может принять участие любой желающий со своим проектом, а эксперты подскажут, как его можно реализовать. Как пояснил Максим Пронин, сегодня стоит задача не просто увлечь молодежь идеями, но и сделать так, чтобы каждый сам стал их распространителем. Физики назвали бы это цепной реакцией. Когда мы проводим военно-спортивный слет «Дозор», и на нем принимает большое количество участников, это мероприятие, которое длится целую неделю, это лагерь, там проводятся различные военно-спортивные дисциплины, различные мастер-классы по военно-спортивной и военно-патриотической направленности. И даже если 10% молодежи, тех участников, которые будут заинтересуются и воспримут те цели и задачи, это уже большая работа. А эти 10% потом разойдутся в свои там села и заинтересует тоже молодежь. Эта молодежь потом придет к нам. Мы сможем больше вовлечь эту молодежь в знание своей истории, заниматься спортом, заниматься военно-прикладной медициной, хорошо учиться, хорошо относиться к ветеранам. И это все в комплексе дает такого хорошего человека, можно так сказать, правильно, патриота, который действительно будет защищать и понимать, что он защищает нашу Родину.